костяной дракон, звездный меха. А это что? Артём идет. Эй, Артём, я здесь. Костяной дракон разговаривает со мной? Привет. Привет. Какой-то знакомый голос. Это я. Здорово ты меня разыграл. А это что? Степа, это же мотофайтеры. Боевой набор мотоциклов с ареной Небула и Дракон. Ничего себе! Скорее на урок! Извините за опоздание. Можно войти? Занимайте свои места. У нас контрольная работа. Ты готовился? Можешь писать? Учебник, задание 27. Приступаем к работе. Вот оно. Ты это видел? Это ж легко. Смотри, у меня такой же набор. Не отвлекай меня. Поиграю после контрольной. Артём, займись контрольной. Хорошо. Я закончил. Я тоже. Молодцы, я сейчас вернусь. Есть время поиграть. Степа, смотри, у Небула наконечники, внезапное нападение, длительная борьба и атака в ближнем бою. А у костяного дракона волчки с наконечниками, резкий удар и длительная борьба. Отлично! Мотофайтеры, вперед! В мотофайтеры можно играть как в одиночку, так и в компании друзей. Чтобы раскрутить волчок, резко потяни за кольцо активации. Запустить волчок очень просто. Степа, твой резкий удар не сработал. 1-0. Запускаем второй. Давай! Давай! Мотофайтер!
файтеры! Мотофайтер! Резкий удар! Не было! Уклоняйся! Чистая победа! Не было круче костяного дракона! Вау! В следующем раунде я точно выиграю! Что? Вы краете на моем уроке? Дневники на стол! Напишу вам замечание. О! Звонок! Поменяемся волчками? О, получилось! Поздравляю! Ничего себе! Волчок даже не упал, когда остановился. Ха! Это все мастерство! Запустим сразу по два волчка. Ого! Вот это мощь! Чистая победа! Еще раз! А для кого звенел звонок? Ой! Поиграем потом! Пока-пока! Пока.